Привет всем! Большое спасибо, что открыли это видео и добро пожаловать на мое уютное видео номер 2. Если вы не видели предыдущее видео с осенними вкусняшками, то я оставляю вам тут подсказочку, обязательно посмотрите, потому что там рецепты безумно вкусные. И видео само по себе такое атмосферное, поднимающее осеннее настроение. Кстати, на предыдущих видео я забыла пригласить вас ко мне в Инстаграм, для того, чтобы больше с вами общаться, как-то контактировать. Там и выставляю всякие уютные фотографии, сторис, так что буду вас там ждать. И в сегодняшнем видео я поделюсь с вами моими классными находками на осень-зиму. Хочу вам сказать, что я перешла как-то на один сайт, AimClaw. Это магазин женской одежды. 80% моей одежды на зиму это из AimClaw. Как-то странно, что я никогда в жизни не покупала так много одежды из какого-то одного магазина, но мне так полюбился этот магазин. Качество, доставка, все просто на высоте. То, как они доставляют вам одежду, это отдельное произведение искусства. Посмотрите на эти тканевые мешочки. Во-первых, они будут вам полезны. Вы можете их использовать, например, складывая сюда обувь или одежду, брать куда-то с собой в путешествие. Естественно, это экологично и супер минималистичный такой стиль с красивой надписью названия магазина. У меня этих мешочков, скажу вам, я уже не знаю, наверное, штук 5 или 6. И каждый раз, если вы заказываете, например, очень много свитеров, то вам кладут их в большой такой мешок. Прям никогда не обращала внимания на хорошую экологичную упаковку одежды. Вообще впервые такое встречаю, чтобы в таких тканевых мешочках вам привозили красивенькую одежду. Сейчас лежит стопочка всей одежды, и она как раз за мной. Вот здесь вот вся одежда. И давайте начнем с первого свитера, вот такого вот красивого бежевого оттенка. Покупала я его где-то в конце лета прошлого года и так и не показала вам. Вот такой свитер с высоким горлом, очень хороший на ветреные погоды. Сам по себе свитер не слишком облегает, я вообще не люблю облегающую одежду, я люблю, когда все такое просторное, оверсайз. Очень нравится фактура и сама по себе одежда такая базовая, ее можно одеть под джинсы, либо какие-то спортивные штаны, и все будет смотреться очень красиво и здорово. Здесь такая мелкая вязка. Я забыла сказать вам, что здесь, я не помню, сколько процентов шерсти, так что это не просто одежда. Одежда из масс-маркета, сделанная из полиэстера 100%. Здесь у нас есть шерсть. Естественно, они не колятся, хочу вам сказать. Очень приятный материал к телу. Прервемся на одежду из Зары. Это единственная теплая одежда, которую я приобрела. Я показывала это во влоге с Элата. Хотелось бы показать этот худи как-то более подробно, что ли. Я покупала его в мужском отделе, потому что в женском был один мусор, серьезно. Почему-то все делают женский худи такой, который прям прилипает к телу, и мне это вообще не нравится. Почему не сделать комфортный? Я думала, что он белый, но оказалось, что он такого кремового оттенка. Внутри он очень теплый, поэтому этот худи очень хороший как раз на осеннюю такую погоду. Немножко утепленная такая ткань, так что если у вас только начинается осень, как у меня, то этот худи вам понравится. Следующий свитер также из AimClaw. Я решила взять себе наподобие бежевого, только именно белый, который тоже, естественно, базовый. Свитер свободного кроя, это размер M. Хотя у них на сайте все размеры написаны как единый, но в некоторых свитерах вы можете выбрать более подходящий размер. Вот такой вот свитер. Наверное, он все-таки не белый, а более такой кремовый. По сравнению с моими штанами, вот видите, у меня штаны, джоггеры белые. Я уже так предвкушаю поносить этот свитер с какими-то красивыми светлыми джинсами. Естественно, взяла его тоже с высоким горлышком на холодную такую погоду. Длинный рукав, уютно, тепло, что может быть лучше. Здесь как раз есть бирочка, я могу вам сказать, вот 50% шерсти, и это one size. Я удивляюсь, что ни в одном таком известном магазине, например, там Mango, Zara, нет такой одежды, нет нормальной вязаной теплой одежды, которая не сделана из 100% полиэстера. Следующее, я не знаю, правда, как это назвать, потому что, ну, свитером трудно это назвать. В общем, вот такой вот свитер с широким вырезом.
очень такой женственный, красивенький, и самое главное, что его можно носить как раз вот сейчас, когда не слишком холодно. Он очень легкий, воздушный, в нем не слишком жарко. С ним, мне кажется, можно создавать какие-то романтичные образы. Сюда нужно одевать обязательно какой-то лифчик без бретелек, потому что все будет видно, будет не очень красиво. Цвет потрясающе голубой, вы можете его носить по-разному, то есть его можно заправить в джинсы, можно оставить как, например, туничку длинную. Короче, очень много вариантов. Можно опустить чуть ниже, чтобы оголить плечи, либо поднять. Радует то, что есть варианты, как его одеть. Я бы даже назвала этот свитер как какую-то изюминку, то есть если вы одеваете какие-то там скучные штаны, брюки или джинсы, то с этим свитером можете сделать какой-то акцент, оголить плечи, например, и будет все смотреться очень необычно. А теперь момент. Самый коузи свитер в моей жизни. Серьезно, посмотрите на эту вязку. Хочется в него укутаться и не вылазить. Это самый теплый свитер за всю мою жизнь и вообще в магазине. На этом магазине нет ничего теплее, так что если вы мерзнете, как я, например, я мерзну даже летом иногда, этот свитер вам безумно понравится. Вязка великолепная. Посмотрите на это сблизка, ну более коузи я ничего еще не встречала. Рукава потрясающие, мне очень нравится то, что вот можно, например, завернуть вот так рукав, и будет так уютненько смотреться, так красивенько. С ним можно делать кучу потрясающих таких уютных фоточек. Тоже можно сказать базовый, потому что он подойдет подо все. Кстати, сверху очень сложно надевать куртку, так как он очень толстый. Наверное, легче всего на него накинуть какое-то пальто, либо очень дутую, толстую такую куртку. Вот этот свитер, конечно же, мой фаворит из всего, что я приобрела, потому что цвет очень необычный такой. Я не видела в магазинах, чтобы такие свитера продавались с необычными такими пыльно-розовыми цветами, оттенками. Отвлекусь немного на цены и хочу вам сказать одно. Если вы, например, ищете прям что-то очень дешевое, то не надейтесь, что там будет, во-первых, шерсть, во-вторых, качественно, в-третьих, носибельно. Цены вполне приемлемые для каждого свитера, потому что я подписана на их инстаграм, и многие писали, что вот 5 лет, например, я ношу свитера, стираю, и до сих пор с ними ничего не произошло, они как будто только новые с магазина. Цена абсолютно заслуженная за качество, за пошив, за материал, за то, как это смотрится красиво. И то, что эти свитера вам просто навеки вечные, пока вы, возможно, не порвете как-то их специально, с ними ничего не произойдет абсолютно. Насчет катышек я вам хочу сказать, что здесь 50% в шерсти, естественно, появляются катышки. Я не считаю, что эти катышки как-то снижают качество одежды. В наше время есть очень много способов избавиться от катышек, есть всякие специальные утюжки. Уверена, вы знаете, есть всякие приспособления, чтобы избавиться от катышек. И последний свитер, я тоже показывала вам его на влоге из Элата, тоже хотелось как-то больше подчеркнуть, например, вот насчет качества, это, например, абсолютно другой пошив, больше тянется, здесь, наверное, есть эластен, этот свитер из манго, честно, я очень редко покупаю что-то на зиму с таких магазинов, например, Zara, манго, потому что... Ну, качество свитеров там не очень, и во-вторых, по-моему, я даже ни разу там ни одного свитера нормального не видела, как вот эти, например. Но вот этот свитер очень красивого лавандового цвета. Кстати, мне очень интересно, с чего он сделан, чтобы вот вам сравнить. 100% полиамид. Вот такое вот качество. Но также этот свитер очень теплый, и я взяла его в размере M. Вот такой вот просторненький. Это были все мои покупочки. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Возможно, вы решите себе заказать что-то из Uniqlo. Пишите в комментариях, какой вам свитер понравился больше всего и какой более уютный. Кстати, напишите в комментариях, если вам нравится больше вот такой вот фон, либо когда у меня на фоне пальма. Очень интересно ваше мнение, потому что мне кажется, вот такой вот фон, хотя у меня на фоне подушки и кровать, чувствуется как-то больше по-домашнему и более уютно. Спасибо всем за просмотр, и я желаю вам уютного осеннего вечера. Мы уже встретимся с вами в каком-то новом видео.